Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Silent Hill 2 2024. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение. Мы с вами находимся в Blue Creek, в жилом комплексе на втором этаже, и мы с вами поставили уже вторую стрелку на часы. Нам нужно теперь куда? Нам нужно... Так, стоп, а мы входили, нам нужно в дверь с буквой М, теперь, как я понимаю, да. Вот, идем туда, а потом... А потом мы должны будем найти еще одну стрелку, и тогда уже... Вот тогда уже посмотрим, что будет тогда. Твой... Подождите, а они здесь были? Стоп, это мы... А я не помню, они здесь были или нет. Но это манекены. Так, все, мне сразу не по себе. Все, мне сразу не по себе. Мы уже выяснили в прошлый раз, что монстры могут появляться даже там, где мы уже были. Так что... То, что мы здесь проходили, уже и не один раз еще ничего не значит. Все равно нужно осторожничать. Идти по чуть-чуть. Да, вот же эта дверь с буквой М и с этими мотыльками. Отлично, теперь она открыта. Ой, жесть там какая. Сколько там этих мотыльков. Ну, по крайней мере, не тараканы. Мотыльки — это... Неприятно, конечно, но не страшно. Там что-то заглянуть можно, да? А, да, это посмотреть, туда мы, видимо, потом придем. Ничего не вижу, собственно. А вот так мы туда попадем? Так, кодовый замок. Луна минус что-то, черепушка плюс что-то непонятное там с точкой. Луна, черепушка и что-то с точкой. Это как будто нужно найти какие-то значения, допустим, и отнять там от Луны что-то с точкой. Стоп, а это... Подождите, может быть, у них на крыльях, подождите, вот этого луна, вот этого, смотрите, вот черепушка, и там я видел через дырку, просто с черепушкой, с рисунком. А, вот это вот. А те остальные, это кружки, получается, ну еще раз. Ну, типа кружок с точкой. Это те остальные... Наверное. Так мне, наверное, их нужно посчитать, и мы получим определенные цифры, и потом просто там отнять, прибавить и все такое. Ну, давайте вначале посмотрим, что у нас тут. Это записывать придется. Для начала проверим, что здесь безопасно. О, вот туда я, наверное, смогу подтянуться, да?
А зачем это мне? Если я вот так просто обошел. Отсюда я не могу посмотреть. Ладно, давайте тогда, наверное, будем как-то сейчас записывать это. Так, черепушка, луна и кружочек. Ну, допустим, луна, черепушка. В этой комнате все. Если кто не появится, может быть, здесь вот это вот специально, чтобы я мог убежать как-то? Потому что для чего здесь сделали вот возможность туда залезть? Так, а стоп, а тут в принципе нету. Давайте смотрим здесь по одному каждого. Так. Это у нас кружок, еще один кружок. Тут у нас луна. Я себе сразу же просто на листке это все отмечаю, а потом уже буду подсчитывать. Так, ну по идее все, что ли? Ну, в принципе. Ладно, давайте попробуем. Тогда у нас получается, что черепушки у нас 2, луны у нас 3 и кружочка этого тоже 3. Ну, попробуем так. Значит, луна минус кружочек будет у нас 0 тогда. А нуля здесь нет, подождите, стоп, что-то не то. А может быть имеется... Подождите, слушайте, здесь смотрите, вот этой вот крыла нету, вот той нет крыла. Может быть имеется в виду еще... Я понял, нужно не количество бабочек этих, а количество символов. Тьфу ты, точно, ладно, все, перечеркиваем, что я до этого записал заново. Все, я понял. Так, что у нас тут? Кружок. Черепок. 2 луны. Есть. Два кружка. Два кружка. Раз, два, три, 4 луны. Ну да, теперь другое дело. Вначале я просто мотыльков считал, а не символы.
А можно было через дырку там заглянуть теперь. Ну ладно, обойдем уже. Один черепок. Две луны. Ну, по идее, все. Ну, вроде бы теперь уже должно быть правильно, а логичнее как бы уже некуда. Так, что у нас получается? У нас получается два черепка, 8 лун и 5 кружков. Смотрим, луна минус кружки, 8 минус 5, у меня будет 3. Так, черепушки плюс кружки, 2 плюс 5 будет 7. Кружки минус черепушки. 5 минус 2 будет 3. Ну, отлично, в принципе. Ну, вот и всего делов. Стоп, никто не выбежит. Я почему-то подумал, что, может быть, кто-то выбежит. Нет, вроде бы здесь... Никуда. Ой. Там такие звуки жуткие. Ну дайте угадаю, придется туда запихнуть руку. Да ладно уже, мы в унитаз полный. Не буду говорить чего. На руку запихивали. Да чуть ли не голову, прямо аж по плечо. Давай уже, где наша не пропадала? Хуже, чем в унитазе, точно не будет. Хотя, вдруг откусит. Секундная стрелка, ну, в принципе, то, что и надо нам. Вы слышали грохот? Это случайно не этот самый пришел? Пирамида головой. Так, я запутался, где мы... А, выйти в коридоры по левой стороне. Если что, бежать туда. Черт, ничего не вижу. Быстро идем. Подождите, а здесь вот это было? Вот этот разрез. Я думаю, я бы его заметил. И дверь теперь заперта. Так, давайте сохранимся. Так, ну это меня, конечно, пугает все. Так, это у нас секундная стрелка. Ее мы, получается, ставим вот так вот. Так, стоп, я только сейчас подумал, а что дальше-то? Подождите, а где мы? Мы где-то видели дверь? С буквой «С».
А, да, внизу на первом этаже. Ну, я понял, куда. На первый. А как я на первый этаж спускался? Стоп. По лестнице здесь. Там открыто, и там. Нет, стоп, там зад. А, там пройти через 101-ю. Я уже забыл, как я туда проходил. Пройти через 101-ю туда. Туда мы попадем, да? Хорошо. А ладно, давайте тогда уже сохранимся перед этим. Я думал, вдруг что-то произойдет сразу, как только мы стрелку поставим. Они не двигаются, не? Да нет, вроде бы. Вроде бы так и стояли, или нет? Да черт узнает, с моей паранойей. Ой. Стоп, а ты здесь... Ты здесь был? Для профилактики. Для профилактики, как антистресс. Хотя ему-то наплевать, я могу сейчас сделать два шага, и он встанет. Стоп. Ну слушай, их получается раньше не было, и фотографии этой не было, мы же здесь уже проходили. Вместе навечно 208. 16. 208, а ну-ка. А мы там не были. Или были, стоп. Да черт его знает. Я уже не помню. Стоп, а здесь нам еще раз как пройти? Вот я выхожу сейчас, мне нужно в 101-ю. Угу. Тудой. Нет, стоп, зачем мне в 101-ю? Я же так могу пройти здесь, стоп. Я все перепутал. Мне просто налево нужно твою же дивизию, и все. Здесь открыто. Ну вот, дверь с буквой «С». Беги. Что делать?
но определенно в него бесполезно стрелять. Идем. Я не помню про этого, вот не знаю, мне говорили или не про этого говорили, но мне вроде... Тихо ты! Говорили, что... О, он еще ломает все. Мне говорили, что нужно от них... От него бегать будет когда-то. Вот, наверное, здесь. Что, типа, он бессмертный, и нет смысла тратить на него патроны. Нужно какое-то время бегать вроде бы. Но смотрите, он начинает все уничтожать, и я начинаю по этому поводу переживать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что он там делает-то? Так, выжди дивизию, куда мне от него бегать-то? Ворачивайся! Да ты можешь бегать быстрее, Джеймс, ты что, черепаха? Он уже быстрее, чем мы, ходит. Джеймс-то быстрее, ну что ты, как я не знаю кто, как чебурашка-ниндзя какая-то. Так, а сколько еще бегать-то надо, а? Стоп. Все? Нет? Ага, значит, именно про это место мне все-таки как раз таки и сказали. Сказали, чтобы не тратить ресурсы, просто бегая от него. Потому что он все равно бессмертный. О, сохранение здесь. Кстати, мы вышли наружу. Наконец-то, я уже соскучился по оружию. По наружу. Кстати, да, машины ж нужно разбивать теперь. А, даже не нужно разбивать. Нет, это нужно разбить. А показалось, что уже разбито. Так, это мы берем. Вроде бы ничего и нету. Так, стоп, секунду. Мы где вообще находимся? Ага, мы находимся в другой части города теперь. Так, это мы вон там вот вышли. Сейчас посмотрим, где мы, куда можем идти. Мы возьмем в коллекцию.
Патроны мы коллекционируем. Что-то подозрительно тихо. Прямо слишком тихо. Эй! Это ж ты была, да? Это ты мне на руку наступила. Может быть. Что тут вообще делает такая мелкая девчонка? А не знаю, что тут делает взрослый дурак. Эй, это невежливо. Сейчас ремня дам вообще. Тебя родители не учили хорошим манерам? Что там у тебя? Не твое дело. Ты никогда не любил Мэри. Что? А ну стой. Откуда ты знаешь ее имя? Так, мы тут... Нет, мы тут не перелезем. Да какой перелазит? Наш персонаж еле ходит. Вон, вы посмотрите, с какой скоростью он ходит. А бегает вообще еще медленнее. Нет, даже с помощью этого самого он никуда не полезет. Ну так, окей, это мы сейчас, получается... Это мы сейчас в парк Роузвотер попадем с вами как раз, куда нам, в принципе, было и нужно. Окей. А вообще, вот такой вот бессмертный, скажем так, противник, как пирамидоголовый, мне не нравится, потому что в этом бою просто игрок, по сути, выбрасывает свои ресурсы. То есть в этом бою вообще не нужно ничего делать, и даже хорошо, что мне посоветовали заранее, чтобы я там ничего не тратил. Иначе мне было бы просто невероятно обидно, если бы я понял, что я зря потратил патроны, к примеру. Потом пришлось бы перезагружаться просто заново. Потому что это прям подло. Вот таких вот делать противников бессмертных. А может быть его можно убить, не знаю, но мне сказали, что нельзя. Что я взял? Шприц я взял. Ух ты, шестой шприц, потрясающе. Так, стоп, я надеюсь, здесь не лабиринт, хотя, в принципе, здесь вроде... Не, ну довольно большая площадь. Я не хочу ничего пропустить. Прекрасно. Добро пожаловать в Silent Hill. Здесь озеро всегда тихо и спокойно. Мы всегда рады гостям. Забудьте про рабочие задачи и позвольте себе полноценно отдохнуть. Среди величественных гор разбросаны уютные домики, а закаты на озере Талука поражают переливами неземных красок. Silent Hill не оставит вас равнодушными и наполнит сердце спокойствием. Мы точно знаем, визит в Silent Hill будет удачным и оставит о себе воспоминания на всю жизнь. Да, такое попробуй забудь.
Я пришел. Мэри, неужели ты и правда здесь? Еще патрончики в коллекцию. Так, я оттуда, получается, пришел. А, вот так вот. Чтобы ничего не пропустить же. Патрик Честер, сын Эдварда, сражался и умер за народ, за свободу, за наше общее будущее. Память о нем жива. Всадник без головы на лошади без головы. Да всадник вообще без ничего. Без головы, без рук, без ног. Ох, какой туман. Вообще воды не видно. А нельзя скупнуться. А это просто статуя. И тоже без головы. О, кстати, мы можем вниз спуститься. Нет, не можем, наверное. Не, не можем. Но этим хоть руки оставили. Стоп. А там реально кто-то есть? Мэри? Мэри? Нет. Это... Это не ты. А я похожа на твою девушку? Нет, на жену. Она умерла. Невероятно, лицо, голос, ты как будто... Меня зовут Мария. И на привидение я не похожа, а так ведь? Видишь? Простите, я обознался. Эй! Ты куда? Я должен найти Мэри. Ты же сказал, что она умерла. Да, 3 года назад. А просто мне пришло от нее письмо. Письмо? Я понимаю, как это звучит. Я не я. Тише, все хорошо. И что было в письме? Что она меня ждет в нашем особом месте. И оно здесь. Ну, в любом случае, я ее не видела. У вас было только одно такое место? Я уже сам не знаю. Было еще какое-то, но я никак не могу. Кажется, я знаю. Ну, то есть, здесь неподалеку есть одно место. А что за место? А место, которое любят парочки. Если хочешь, я тебе покажу. Или у тебя другие дела?
другие планы. Эй, ну ты что? Я же просто шучу. Пойдем. Нам туда. Ты пойдешь со мной? Может, просто скажешь, где это? Ты что, хочешь меня тут бросить? Я одну? Когда вокруг бродят такие твари? Нет, просто... Это потому, что я напоминаю тебе... Ее? Ты любил ее, да? Ладно. Пошли. Ты точно не против? Да. Как она здесь выжила вообще? Да здесь все вокруг прекрасно выживают. Дети даже он... Только у нас какие-то проблемы. Что, мы теперь будем не сами? Ну, впервые в игре с нами кто-то будет ходить. Пойдем. Но, наверное, в это время никто на нас не будет нападать. Попросту. Либо окажется, что у нее есть такая же деревяшка с гвоздями. Она ее достанет. Не знаю, с какого места. Наверное, оттуда же, откуда мы свою достаем. И будет тоже бить монстров. А, ладно, Мария, ты как хочешь, а я буду осматриваться. Потому что мне здесь интересно все осмотреть. В память о 67 людях, что стали жертвой болезни и спят теперь на дне озера. Ну что-то я перехотел купаться в этом озере. Там какие-то люди спят. Ладно, пускай спят, не буду их тревожить. А нам туда, да? Ну тогда подожди, я здесь еще пройду. Или не пройду. Сюда. Так, а ну-ка, стоп. Как бы нам так, чтобы здесь не заблудиться? Давайте пойдем, что ли, по левой вот так стороне. Я и она нацарапана. Хочешь отдохнуть? What? А, нет, а просто извини, я что-то задумался. Да ничего, если ты хочешь чем-то со мной поделиться, ну чем угодно. No. Да не, let's просто, ну пойдем. Moving. Ага, понятно. Где мы? Это мы вот так вот обошли. Вот отсюда. Стоп. А сюда можно зайти. Но я думаю, монстров не будет, пока с нами какой-то персонаж есть. Так что, думаю, здесь можно свободно погулять. Хотя там кто-то закрылся. Кто там?
Но это твое место. На что оно из себя представляет? Просто особое место, где всегда проводили время парочки. Проще будет показать. Так, а ну-ка, стоп, это... Вот отсюда мы с вами зашли. Так. Получается, половину одну мы осмотрели. Стоп. Фотография так далеко от дома. Мой дом так далеко, где перевернуть? А, вот. 14. Написано так далеко от дома, правильно. Ага, нам по-любому туда. Давайте тогда теперь до конца все тут осмотрим. Кто это? Просто женщина, но убитая ни за что. Хорошими, всеми уважаемыми людьми. Не такая уж и редкость, если вдуматься. В каком смысле? В истории это повсеместно. Жертва каких-то там гонений. Кэрол жила честно и достойно, да не забудут ее во веки веков. А крестьяны зачеркнуто. Дженнифер Кэрол. Крестьянские гонения. Так, вот до сюда мы доходили, можно подниматься наверх. А, вроде как осмотрели все, надеюсь. Ничего не пропустил. Так это мы выходим. Так это мы вышли. Значит, это вообще не в парке. Ага, можно пройти через мотель. Подожди, через мотель. Я хочу здесь все полностью осмотреть. Вот мне интересно, вот это Нейтан Авеню куда ведет? Если влево вначале пойти? Можно даже пробежаться. А мне прям любопытно, а что будет, если какой-нибудь монстр появится? Эй, ты чего? Да так, патроны ищу. Присоединяйся. Во, лечилки тоже. Ты присоединяйся, доставай свою дубинку. Если у тебя есть, если нет, ищи. Стоп, ну вот еще машина. Что такое? Ты меня напугал. Да я сам испугался.
Что, по этим можно воспользоваться? Нет, пока что нет. Но понятно, что нам нужно. Нам нужна трубка. И потом мы сможем этим домкратом поднять ворота. Окей. Запомним. Ну, сейчас себя прям так спокойно чувствую. Зная, что в безопасности, очень непривычно. В этой игре такое ощущение. Да, здесь не пройти. И не надо. Нам в другую сторону. Так это мотель, который нам нужен. Так он подождет. Эй, нам не сюда. Мы прошли мимо мотеля. Я знаю. Я в курсе. Будь добр, Джеймс. Тут твою ж дивизию. Тут ты откуда... Ты что такое? Такого еще не было. Да как по тебе попасть-то? Так, по поводу безопасности. Я беру свои слова обратно. Да твою ж дивизию, я был на 150% уверен, что я в безопасности. Я даже бежал, а не шел. Ёлки-палки. Так, ну он себя ведет вообще не так, как раньше они себя вели. Уже он теперь прыгает. А Мария, а почему ты не помогала? Может, прокомментируешь? Рядом с тобой не расслабишься, верно? Какой расслабишься? Ты видела, что тут происходит, а? Шприц. Это хорошо. В общем, ни в какой мы не в безопасности. Не абсолютно. Заправочная станция, там боулинг-клуб, Пита, историческое общество. Джеймс, а твоя жена, какая она была? То есть, какая она? Извини, я... Да ничего, а тебе зачем? Ну, просто любопытно. Я не уверен, что хочу про нее рассказывать. Да ладно тебе, ты сказал, что мы похожи. Ну, хоть немного расскажи. Она любила играть на фортепиано. Не так уж вы похожи, если честно. Да? А по-твоему, я не похожа на пианистку? Давай не будем. Давайте пойдем по левой стороне, а потом обратную сторону по другой. Иначе просто запутаемся. Это стекло непробиваемое. Почему там банка покатилась? Там никого нету? Нет. Стоп. Чуть не пропустил.
Я хочу немножко походить с Марией, ну, не знаю, просто как-то для разнообразия. Просто у меня такое ощущение, что сейчас она нас куда-то приведет и уйдет. И вот пока есть хоть немножко возможность с ней походить, чисто вот... Опять? Да, опять. Чисто для разнообразия, почему бы и нет. Ты же знаешь, что нам не сюда, да? Да, ты подожди минуту, ладно? Как скажешь, здоровяк. Так. Нет, ну само собой, весь этот район, весь этот участок города мы вместе с ней ходить не будем осматривать. Ну, немножко еще пробежимся. Хоть по Нейтан-авеню. Кстати, не забываем, нам трубу надо найти там. Мы могли домкратом воспользоваться. Даже не просто... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да не бей ты ее! А, ты меня не бей тоже! Еще не все! И таракан еще! Да ударь ты его еще раз, я ж нажимаю на кнопку. А, отходи! Взорвется. Нет, не взорвется, это не тот. Еще не все. Я слышу где-то... Вот, таракан. Там еще. Вон он. Так, ладно, давайте сразу быстренько разберемся. Отходи. Так, стоп, эти не взрываются уже, да? Так, ну, во-первых, они... Ты мне жизнь спас. Я рад. Да, я тоже рада. По-моему, я слышу тараканов еще. Во-первых, они ее с удовольствием атакуют. Во-вторых, мне теперь любопытно, я должен за нее переживать или нет? Может, ее отвезти уже куда-то и все? Кстати, давайте вылечимся. Я еще где-то кого-то слышу. Так, я тут не до конца осмотрелся, я запаниковал вообще с ними. Я думал, мы просто трубку железную найдем, которую будем как рычаг использовать, а мы прям полноценную ручку. О, то, что нужно, на домкрата. Они приближаются, где? Твою дивизию. Так, давай вот сюда. Здесь есть хотя бы где маневрировать. Оп. Оп. И отходим. Оп. Отходим. Слушай, как он уворачивается. А ты что, против? Ты попробуй. Очень неплохо успокаивает нервы. Рекомендую. Так, эту машину я проверил, да?
Еще кто-то здесь где-то есть. А, я понял, тараканы. Перекрыто, тут нам не пройти. Мне же говорю, нам в другую сторону. Пойдем назад. Кажется, это все. Пока что. Стоп. А ну-ка проверим, здесь можно открыть? Что это? Да ничего. Просто дежавю. Ну, это флешбеки для фанатов серии игры. Вообще, Silent Hill, они тут что-то могут понять. Я понятия не имею, с чем это вообще связано, на что это отсылка, в общем. Так, вот там мы, получается, были. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что ты все ломаешь. Так, эту машину я проверил. А, кстати говоря, нет. Стоп, тут что-то есть. Отлично, еще патроны. Стоп, сюда можно войти. А давайте сразу, почему бы и нет? Если хочешь, подожди на улице, я посмотрю, что внутри, и все. А почему я должна ждать снаружи? Ну, я подумал, ну, вдруг ты захочешь. Джеймс, если ты от меня устал, можешь так и сказать. No, да нет, ничего такого, просто подумалось. Прекрасное сохранение. Это мы, наверное, сюда и сможем пройти дальше на Кэрролл-стрит. Наверное, нам пока сейчас не надо сюда. Ну, давайте просто осмотрим само здание, сам боулинг. Стоп, 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 что тут? Ага. Да, город кишит жуткими тварями. Кто будет в такое время есть пиццу? Я? Я в любое время могу пиццу съесть. Я никогда не против пиццы. Как можно отказываться от пиццы? Так, там есть выход. Ой, как ярко. А, нет, подождите, я-то думал... Нет, мы... Мы не туда, куда я думал, выходим. Это мы просто, по сути, здание обошли. Так, стоп, 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 секунду. А, ну да. Вот мы опять вышли на вот эту вот дорогу.
там у нас ничегошеньки. Давайте уже эту дорогу досмотрим до конца, потом вернемся опять в боулинге, сохранимся на обратном пути. Тихо. А, твою дивизию, мне показалось, я собаку какую-то слышал. Может, он развернется, что ли? Хотя уже не развернется. Ладно, давай. Да куда ты подошла? Оп. Так, ну по крайней мере он не взрывающийся. Это уже очень-очень хорошо. Так, слушайте, а здесь что-то есть? А, историческое общество Silent Hill тут у нас... Ну, давайте вначале по левой стороне. Спасибо, Джеймс, я бы, наверное, не справилась. Главное, не отходи далеко. Слушай, я только за то, чтобы погулять, но к цели мы не приближаемся, я на всякий случай. Эта дорога ведет из города. Да знаю, просто я хочу все осмотреть. И я подумал, может, она где-то здесь? Вот как. Ну, либо она, либо, допустим, аптечки, либо патроны, либо просто что-то интересное. Мне здесь все интересное. Дай. Ох, как облачно. Боже, его убили эти твари? Наверное. Какая уже разница? Да. Да, это точно. Мы в самом конце уже. Чтобы уйти, надо остаться. Чтобы уйти, обязательно надо остаться. Что это были за звуки? О, патроны. Аж 6 штук. Что тут были за звуки-то? Стоп, а они здесь были? Я, в принципе, по той стороне дороги бежал. Может, я их не видел? Ёлки-палки. Это большое здание. Стоит ли пытаться в него зайти сейчас? Я же любопытный, просто до ужаса. Да, вряд ли мы с помощью рычага домкрата... Да, давно уже. А что там внутри? Не знаю, не представляю, когда туда в последний раз заходили. Так, ну мы запомним, что здесь нужен ключ. Кстати, на карте оно пометилось. Да, домкрат, кстати, тоже помечен. Чтобы не забыть еще. Стоп. Где? Джеймс. Да я понял, я не вижу. А! Ты всего лишь. В принципе, очень неплохо вот так прогулялись. Конечно, на время потратили, но зато нашли целую кучу патронов. Стоп, и вон аптечка еще. Вообще прям очень хорошо затарились ресурсами. Так, ну в принципе с той стороны я уже разбивал.
Где тут у нас боулинг-то? Вот он. Ой, а не то нажал. Ну что ж, ребята, здесь мы с вами уже... как закрывается. Здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.